Доброго здоровья, уважаемые автолюбители! Вот подошло время сделать ТО моего джипа на 110 тысяч километров. И я решил сделать это самостоятельно, в смысле в автосервисе у знакомых ребят. Вот, все, так сказать, получалось, все нормально, все, так сказать, дешево, хорошо, быстро. Ребята проверенные, но тем не менее, они с такими машинами не сталкиваются. И некоторые вещи, они, как бы сказать, судят по тем машинам более простым в обслуживании, которые они в основном и обслуживают. И вот я столкнулся с такой проблемой, как смена масляного фильтра. Оказывается, для того, чтобы его менять, нужен определенный... не стакан, а как его там называют, крышка, с помощью которой откручивают этот фильтр. Сам этот фильтр, он пластмассовый, и поэтому, если на него чрезмерно что-то там надавить, приложить усилие, то он может лопнуть. Стоит он совсем там, со всеми там... Слушай, от мороза она не могла сжаться. 4500. И вот я за малым не попал на эту сумму. Знаете, вот очень важно, чтобы присутствовать во время технического обслуживания автомобиля, немножечко разбираться в этом, и тогда будет все нормально. Итак, начал я обслуживание, ребята там открутили все эти лючки, начали пробовать универсальным лючом откручивать масляной фильтр, который на все машины открутили. А не тут-то было, говорят, сильно затянут. Насколько я сейчас понял, ну, может быть, слегка он более затянут, сильнее, нежели там положено. Слегка, но который меня не чрезмерно сильно. Потому что, когда начали его откручивать именно тем ключом, накидным вот таким с головкой специальной для Тойоты, клапанок, он пошел да? Ну, нормально, без особых там усилий. Ну, да, она туда, а тут же туда. Могли просто-напросто сломать чехол этого или корпус этого фильтра, и мне надо было заказать за 4500 вот этот вот фильтр. Я думаю, неужели... как-то все это дело откручивалось, все было нормально, а вот тут что-то там такое. Да. Зашел в интернет, посмотрел, еще кто пойдет? Там, что там, как там, там как раз один терпимо, американец, да? Сам обслуживает свой Lexus, ну, 570. И сразу же обратил внимание, а ключ-то другой, головка, которая накидывается на масляной фильтр, она совершенно иная, она подогнана так, что равномерно действует на него при откручивании, и никаких повреждений не может быть. В отличие от того универсального ключа с тремя этими или четырьмя этими рожками, вот это затянулось, который вот имелся у этих ребят. Многих ребят, так скажем. И вот я вовремя сообразил, посмотрел, сразу же поехал в другую мастерскую, где мне легко и просто сделали, слив масло, залили новое масло, все нормально. Поэтому важно не быть простачком, а то сказали, сильно закручен, и все. И ты поверил, да, вроде ребята знакомы, да, в это. Они просто-напросто не сталкивались с такими машинами, с такими запчастями. Мы поломали. Думают, что это вот так. Поэтому внимательно смотрите, прежде чем что-либо сделать, вот лишний раз залезьте в интернет, сейчас там очень много полезных видосов, посмотрите на интересующую тему, чтобы не специально, а просто по незнанию вас не развели и не, значит, как бы сказать, наказали на деньги. Вот такой вот видосик получился. Так что все обслужено, все нормально, машина бегает. Ну и вдобавок еще надо смотреть, как эти гайки откручиваются, где там что там шприцуется. Ага, размер стакана. Потому что, что тут шприцовать, все уже вроде в порядке. Нет, узнайте, где, что, что, как и смазывается, и специально надо настоять на том, чтобы все это было проверено, чтобы все это было смазано. Под вашим контролем. Привыкли они там руками что-нибудь затягивать, может это нормально. Нет.
Ну, там совсем не, он протягивается, но не так. Вот он сейчас сильно был затянут. Сильно, да. Ну, затянете так, как это. Как надо, да? Да. Ну, самое главное, что он все целое. Только успевай платить, не умеешь. А сейчас на пенсии. И все, да? Да, и все. Вот я тут это... Уже, так сказать... Лишний раз куда-то не поедешь. Этот не нужен. Не нужен. А это ж вроде как на ту маленькую. Ну, нет, это которая здесь внутри. Ну, да. Ну, чтобы сливать. Я не снимаю просто, ну. То есть она и та нормально, да? Да, она там, ее никто не трогает, она нормальная. Ага, ну и хорошо. Ой. Последние штрихи, да? Да. Сухой, 7,5. Ну, 7 угу. Литров пусть, ладно. Плевать самим. Сейчас на минимуме показывает. Вот я по делаю. Точечку, да? Нет, чуть ниже. Чуть ее. Ниже, вот хорошо. Мне ноготь показывает. Хорошо, там... понял. Зафиксировали. Сальники, не сальники. Угу. Внизуха может быть.